Я учитель начальных классов. Проектами я занимаюсь уже, ну, наверное, 7-й год. И я сразу хочу сказать, что я веду проекты по технологии Intel. То есть я не работаю с индивидуальными проектами. У нас в проектах участвует каждый класс. Итак, наш ВГОС начального общего образования требует, чтобы наши ребята буквально с первого класса занимались проектной деятельностью. Но ребенок успешно может вести проект, когда подошел к возрасту рефлексии. Возраст рефлексии наступает в 11-14 лет. И тут получается ситуация, когда закон требует, но ребенок сам не может. С другой стороны, только при помощи тьютора, заинтересованного взрослого, мы можем решить эту дилемму. И ребенок начинает работать, участвовать в проекте, даже в исследованиях при помощи заинтересованных взрослых. Привлечение заинтересованных взрослых – это задача вывести взрослого и ребенка на сотрудничество и на партнерство. Извините. Что значит помогать ребенку? Помогать ребенку – это когда взрослый морально поддерживает маленького человека, находится рядом на дистанции, но стоит с ним рядом и в нужное время протягивает руку помощи. Чаще всего получается так, что учитель задает дома какое-то проектное задание, ребенок передает это родителям, родители проходят все выходные в интернете и в итоге приносят то, что просил учитель домой. Вот это не пойдет. В этом случае мы учим только родителей и причем настраиваем родителей против себя. Вот наша задача организовать как раз сотрудничество такое, чтобы убрать помогающие ручки взрослого человека. В первую очередь давайте разберемся, кто же такие заинтересованные взрослые. Это в первую очередь учителя. Вы согласны? И так как я работаю по технологии Intel, то в первую очередь это организатор проекта, которым обычно является учитель начальных классов. Дальше. Учителя ИЗО, учителя музыки, наши любимые библиотекари. И, конечно, должна быть понимающая администрация, которая дает возможность заниматься проектной деятельностью. Следующее, кто еще заинтересованные взрослые? Это, конечно, родители. Среди родителей выделяется группа молодых и прогрессивных уже в наше время бабушек и дедушек. И следующая группа – это старшие братья и сестры. Старшие братья и сестры, старшие друзья помогают ребятам в основном находить информацию в сети интернет и оказывают техническую поддержку. Но все-таки, сколько бы мы ни надеялись на старших товарищей, самые главные наши помощники – это наши бабушки и дедушки, ну и мамы. Вот помощь взрослого – это хорошо. Но нужно рассмотреть плюсы и минусы нашего сотрудничества. Давайте поговорим о сильных сторонах сотрудничества со взрослыми. Вы их озвучите? Мне самой озвучивать, да? То есть, если взрослый помогает учителю в организации проектной деятельности, то проект наверняка состоится, все будет хорошо, у ребенка все получится, и все будут довольны, так? Так. С другой стороны, у сильной стороны всегда есть слабая сторона. Где гарантия, что все задания дома ребенок не сидел рядом со взрослыми, а то и вообще, что он, ребенок спит, а мама ночью занимается? Вы знаете, я с этим сталкивалась, особо родителям интересно делать наши интерактивные задания. Ой, было так интересно, я так увлеклась, и я вам его отправила. Ну а малыш? Ну мы с ним повторим обязательно. Вот это действительно на самом деле. Возможности. Наши возможности такие, что мы, во-первых, показываем родителям, что интернет – это не зло. Это во всяком случае, это не одни игрушки. По интернету ребенок даже в первом классе может уже учиться. Ну и угроза – это угроза наших любимых помогающих ручек. Но она вообще учителей начальных классов в любом месте. И образование, и проектная деятельность, и чтение – все, что хотите. И вот эту вот угрозу нужно убедить родителей, чтобы свои руки прятали как можно дальше. Вот сейчас я расскажу, как работаем, какую поддержку оказывают наши родители. Итак,
поддержка. Я разбила и прочитала в сети, что оказывается 5 видов. Мотивационное. Чтобы не быть голословной, у нас сейчас с ребятами идет проект «По дорогам добрых сказок». Автор Светлана Анатольевна Шейкина на сайте «Началка.ком», нашем любимом сайте. Вот проект этот уже давно прошел, я его делаю как локальный для своего класса. Мотивация ребенка. Ну, я задала на каникулы первоклассникам, чтобы прочитали как можно больше сказок Чуковского. Я задала, мы ушли на каникулы. Без взрослых буду читать? Нет. Должны быть заинтересованные родители. Но не в том плане, чтобы, как говорят, сиди и читай. Нет. Мама, папа должны объяснить. Я тоже эти сказки в детстве читал. Подключается бабушка, дедушка. Я тоже в детстве сказки эти читал. А как ты думаешь, какая сказка маме нравилась, какая сказка мне нравилась? Давай прочитаем вместе и будешь рассказывать, какая сказка тебе понравилась. То есть ребенку, особенно первокласснику, нужна важна заинтересованность взрослого в том, что он делает. Вот мотивационная поддержка. Следующая поддержка информационная. Было задание. Ну, выбрать одну сказку и что-то найти интересное о создании этой сказки. Либо портрет автора, либо какую-то фотографию еще. Эту информационную помощь оказывают тоже взрослые родители. В сеть одного ребенка отпускать не следует. То есть тут помогают старшие братья, сестры, ну и опять-таки наши любимые родители. Следующее – организационное. Без организационной помощи родителей вообще в начальной школе с первоклассниками обойтись очень сложно. Мы решили поехать в городскую библиотеку. Нужно организовать автобус, нужно организовать сопровождающего, нужно проследить за детьми. Здесь без помощи взрослых одному учителю, ну, буквально не обойтись. Дальше. Организационная поддержка оказывается не только внешняя, но и внутренняя для малыша. Ты не забыл, что тебе в проекте надо сделать что-то. То есть организовать ребенка на какую-то деятельность. Поддержка техническая. Вот у нас цифровой разрыв. Я живу в глубокой провинции, цифровой разрыв у нас очень велик. Действительно велик цифровой разрыв. Есть родители очень продвинутые, которые работают через интернет, которые работают в общих документах. А есть родители, которые... Очень интересно, но первый раз в общем документе в Google я их учила работать, а потом они учили работать детей. Вот и техническую поддержку мы, родители, детям оказывают следующим образом. На родительском собрании, когда мы договариваемся о проведении нового проекта, я рассказываю родителям, потом они включают свои планшеты, телефоны, смартфоны, ноутбуки. И по принципу, ну, наверное, работаем, делай, как я. Я работаю через экран на ноутбук. Вот сначала родители научились, потом начинают дома учить детей. И поддержка в самооценке. Маленький ребенок все время нуждается, ну, в том, чтобы ему повышать самооценку. Не так, что хвалить за каждый шаг, не надо. А чтобы была уверенность, у тебя все обязательно получится. Вот... Я вам хочу показать здесь два облака слов. Вот то облако слов, которое справа от меня зелененькое в виде дерева, я предложила сделать родителям. Родители в том сервисе сделали, нашли другой сервис, у них получились совсем другие облака. Это я точно знаю, сделали с малышами дома, потому что ребенок рассказал, что мы с мамой решили не выбирать слова, а я нашел сказку «Мейдайдер» в интернете, всю ее скопировал, вставил, и у нас вот такое облако слов получилось. Причем те дети, которые дома работают с родителями, и родители им оказывают техническую поддержку оказывают мне в классе. Я ребят сажаю за ноутбук, они учат тех ребят, которые дома не работали. Вот что, организация сотрудничества. В первую очередь родители должны доверять учителю. Так как я работаю по технологии Intel, и я считаю, что... Если в городе детей нужно выводить в сеть, то наших сельских детей в сеть интернет выводить нужно обязательно. Чтобы они увидели другой мир, не только вот мир, который у нас маленький, замкнутый, где все друг друга знают. Но чтобы выйти в интернет, нужно завоевать доверие родителей. Во-первых, когда я набирала первый класс, я родителям сразу порекомендовала поставить браузер Google Chrome, и поставит AdBlock. То есть, чтобы даже если ребенок влез сам в сеть интернет, никуда
ни на какие запрещенные сайты, он просто туда не попал. Во-вторых, родители смотрели мой предыдущий блог. Блог 1-4 класса, которого я выпускала. И есть у меня 3 семьи, которые очень следят, чтобы, не дай бог, сведения об их детях, неугодные, ну какие, чуть-чуть даже неположительные, не попали в сеть интернет. И вот я думала, что я с этими родителями буду что-то доказывать. Нет, они просто встал папа на собрании и сказал: мы все посмотрели, мы посмотрели все ресурсы, где работали дети. Мы спокойно отпускаем своего ребенка в путь. По сети интернет, пожалуйста. То есть в блоге нет никакой отрицательной информации о детях, только информация положительная. Следующий проект. До этого у нас был проект «Школа Буратино», но на «Школу Буратино» прокрутилась фактически 3 раза. Ну, надоело. И вышел вот такой проект «Первые шаги». Начало закладывалось на сайте начал.com, но здесь итогом было, что когда ребята освоят Google документы вместе с родителями, и в основном-то этот проект был посадить за компьютер родителей и первоклассников рядом, потому что он проходил на сайте начал.com с 15 сентября. Родители учились пользоваться Google документами, а потом уже под их руководством ребята создавали дидактические задания в Google рисунках уже сами. Вот когда выставят презентацию в открытый доступ, эти все ссылки активные. И, наконец, когда я родителей заинтересовала, они поняли, что это возможно, что это не страшно, мы участвовали в проекте «Моя семья, мое богатство» Жанны Анатольевны Ховрачевой. Вот на этом примере этого проекта я расскажу, как я разделяю задания, которые делаем в классе, и что делают дома родители. Итак, в классе в ходе проекта мы разговаривали о родословном древе. Я ребятам рассказала, что такое родословное древо, показала примеры больших родословных древ, показала примеры, которые делали дети, и раздала шаблоны, предложила им заполнить. Значит, еще раз хочу сказать, что это первый класс. Ну, себя записали родителей, и, знаете, почти половина класса, детям было стыдно, не знают имя, отчество бабушки. Вернее, имя знают, отчество не знают. Родной бабушки, дедушки, родных, которые живут рядом с ними. Что уж говорить о прабабушках. То есть перед детьми вышла ситуация, что я помочь, как учитель, им тоже в этом случае не могу. Нужно взять это родословное древо домой и попросить маму, бабушку заполнить вместе. Вот пример то, что мне принесли уже из дома. Кто-то вставлял фотографию, кто-то рисовал, тут заполненная полностью, у кого-то были просто написаны имена. Но ребята дома работали вместе с родителями. Вам заполнить родословное древо, ну, в общем-то, наверное, 5 минут, правда? Но вы поговорили о семье и стали уже немножко друг к другу ближе. Следующее задание было о семейных традициях. Дети знали, что такое общие праздники, что такое традиции, тоже у них как-то в голове не укладывалось. Мы стали говорить о традициях нашего класса, о традициях нашей маленькой группы. Традиция надувать шарики на каждый праздник, это у детей, и традиция качать на стуле именинника. Вот это дети, что вспомнили, я вам вставила сюда фотографии. Домашнее задание – спросить. Обсудить с родителями, какие у вас есть семейные традиции, как вы считаете. Сделать рисунок, только рисунок обязательно делает сам ребенок. Написать текст можно с мамой, при желании можно вставить фотографию. Ой. Вот такая получилась у нас картинка. Традиции моей семьи. Рисунок делала девочка. Видно, правда, что рисунок первоклассника? Здесь постаралась мама, вставила папину фотографию. Здесь набрала текст старшая сестра о том, как у них действительно семейные традиции. Они все в теплое время, обязательно каждый месяц, 5 месяцев в году, ездят за город на озеро, на пруд. Причем берут в семье 3 детей, всех детей берут. То есть вот эта картинка. Дальше. В любом проекте есть конечный итоговый продукт. Вот конечный продукт, я считаю, что мы должны делать дома, вернее, не дома, ни в коем случае не дома, а делать этот конечный итоговый продукт вместе с ребятами. Первый класс, поэтому картинки сканировала я сама дома единолично.
В третьем классе сканируют картинки, уже будут дети. Но слайды делали дети самостоятельно, под моим руководством. Первый слайд было легко, просто ставить картинку, сделать на нее рамку. В проекте «Первые шаги» это они уже делали вместе с родителями. Это у нас получилось. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Но перемена. Ноутбук никто не выключал. И те, у кого не получалось с первого раза, те помогали, те ребята, которые это делают уже очень хорошо. Второй слайд о традициях. Было задание немножко усложненное. Та же иллюстрация. Но уже нужно было набрать текст. Вы знаете, после второго, вот как мы в течение недели делали вот этот, вторые слайды каждый ребенок делал. После первого дня работы на следующий день на флешке уже человек 7 принесли текст, набранный на флешке. Двое отправили мне по электронной почте. То есть родители подключились сами. Дома набирать удобнее. В классе, конечно, это очень долго у первоклассников происходит процесс. И если мы итоговые какие-то продукты промежуточные выставляли на блок класса, то слайды презентации мы держали в полном секрете. И для родителей на защите проекта, а это обязательный этап проведения проекта, публичная презентация и защита проекта, наша презентация была сюрпризом. Но, к сожалению, вы видите, то в основном мамы, 3 бабушки и 2 папы. Вот в стороночке сидят, они в кадры не попали. Во-первых, для ребят они показывали свой труд. Они были очень горды, что сами сделали презентацию. Во-вторых, это первоклассник учится публично выступать. А так как тема ему понятна, то говорили даже те, кто, в общем-то, на уроках стесняется говорить. Ну и опять, родители были очень довольны. То есть я работу в проекте на родителей не перекладываю. Но с другой стороны, если бы не помощь родителей, никакого бы проекта у нас не получилось. Просто учитель физически не может выполнить все задания вместе с детьми. У меня просто нет такого времени. Вот что я имею в итоге от сотрудничества с родителями. Если блок «Учимся вместе» у нас просуществовал 4 года, было 5000 посещений, то блок «Солнышки» существует год, уже более 10000 посещений. То есть дети еще блок не пишут. Но на следующий год я планирую, что им откроем аккаунт, и они будут сами писать сообщения. Как мы участвуем в проектах? Почему-то не видно. В проекте «Первые шаги» у нас принимало участие 9 семей. В проекте «Моя семья, мое богатство» уже 11 семей. Но, к сожалению, 5 семей уходят от этого, и мы работаем с детьми только в классе. Но вы понимаете, что в каждом наборе есть родители, которым никто не нужен, наверное. Даже собственные детки не нужны. И в итоге я хочу у вас вместе с вами разобраться, чтобы для успешного сотрудничества, что можно поручать родителям и что получать нельзя. Вот такие элементы. Скажите, пожалуйста, родители могут оказывать информационную поддержку? Конечно. Дальше. Составление плана проекта по теме это делает только учитель. Выполнение заданий за ребенка невозможно. Участие в защите проекта обязательно. Техническая поддержка обязательно для родителей. Поиск информации за ребенка. Я на работе посидела в интернете, я все нашла, возьми, дорогой, так нельзя делать. Изготовление конечного продукта и постановка целей и задач – это тоже прерогатива детей и учителя. А вот поиск информации вместе с ребенком – что-то куда-то не туда ушло немножко. Ничего. Вот. Вот так мы работаем в первом классе. Во втором классе, я надеюсь, что больше работать будут уже дети, а к четвертому классу от помощи родителей мы уже постараемся уйти совсем. Все, если есть вопросы, я отвечу. Пожалуйста. Мы делаем каждую четверть по большому проекту. Каждый раз 4 проекта, значит, у нас получается, да? Да, конечно.
первого класса, 16 проектов. У нас проекты, они от класса к классу, просто проекты усложняются. У нас был очень хороший проект, посвященный 70-летию Победы, «Дороги славы», когда дети самостоятельно собирали информацию о кавалерах Ордена Славы. Это был сетевой проект на сайте «Началка.ком», который я предварительно опробировала на своем третьем классе. То есть они действительно нашли информацию о кавалерии Ордена Славы в нашем земляке, сами дети. То есть проекты усложняются от года в год. Все? Спасибо за внимание.